Please put down your weapon. You have 20 seconds to comply. Dead or alive, you are coming with me. Так, вот это первый ящик. Там сипишный. Вот это вот второй ящик, там сипишный. Сейчас третий по дороге находится. Третий ящик. Я переиграл концовку. Всем привет, с вами Руслан, а мы продолжаем играть в полицейский город-изгой на канале Transits Games. После серии у нас так мы поболтали там с огурчиком, с сержантом Ридом. Это еще не конец. Ну, то есть такая миссия была. Ладно. У нас в этой миссии будет называться «Луч света» отправиться в палату Ливис. Всем желаю прекрасного дня, отличного настроения, добра, позитива. И продолжаем. Did you watch the game yesterday? I don't know what's wrong with our team. We're losers. Совершенно новая медицина. Не можете позволить себе лечение, OCP поможет. Если у вас есть собственность, которую можно пожертвовать OCP, мы предоставим вам страховку, которая покроет все расходы на процедуру. Воспользуйтесь предложением сегодня, не волнуйтесь, а завтра. Нет ничего важнее здоровья. Список покрываемых расходов может меняться. Нормально. Мужик, а ты и ходишь такой важный. А что у нас там, комнатка какая-то? Есть еще комнатки-то? Ничего нет. Па-па-пам. Ладно, пойдем в лифт. Да ты не охренел ли курить-то там, это, в поликлинике, в больнице-то? Люди в черном. Ну-ка брось его. Вот. Еще раз увидишь, что куришь, по щам получишь. Моей железной рукой, блин. Мучается. Одинаково лежат. Why are you asking me about my liver and kidneys? They shot me in the leg. We can offer you a higher standard of accommodation and additional benefits if you decide to sell. Just get the bullet out and let me leave. She's waiting for you, Murphy. Она ждет тебя, Мерфи. Спасибо. Льюис, да? Ну, уже хотя бы общие черта. Я хочу знать все. Мерфи, мы начали праздновать пораньше, надеюсь, ты не против? Извини, парень. Да я виноват, мне просто не терпится узнать, что происходит в участке. Да все как обычно, в CP из кожи вон лезут, чтобы мешать полиции работать. Ну ладно, сейчас нужно праздновать. Льюис идет на поправку, Уэндалл за решеткой, давайте повеселимся. Вообще-то, на... знаешь что, я вывел отсюда этого вафина, чтобы вы двое могли пообщаться. Хорошо, хорошо, я пошел, выздоравливаюсь. Лью сама как робот голову повернула, увидишь, хорошо. Знаешь, мне лучше спится, зная, что ты поймал этого подонка. Ты сам как есть? Как тебя чувствуешь в последнее время? У тебя были еще галлюцинации? Да, все еще есть.
Да еще чудится всякое. Знаешь, с тех пор, как появился Антоновский, они будто стали приходить чаще и хуже. Я еще не видела тебя в таком состоянии. Просто для меня это тяжело, а для тебя, наверное, еще тяжелее. Помнишь, что он брат одного из тех, кто тебя застрелил? Оставим прошлое в прошлом. Так легко, когда я его вижу, то вспоминаю день, когда я когда-то оставил тебя одного. Я сейчас думаю, что если бы мы не разделились, то все было бы иначе. Ну, там еще вопрос, конечно, такой двоякий. Может быть, с собой бы убили бы. Стреляла не ты, никто не мог предугадать. Правильно. Нас не мог предугадать исход наших действий. Ты не виноватый. Только я в этом не понимаю, если он был брат одного из твоих убийц, почему он вылез на свет сейчас, спустя столько времени? И почему он тебя не убил, когда был шанс? Это я и собираюсь узнать. Ладно, это правда, что он сотрудник, сотрудничает с кем-то из OCP. Он так говорит. Чертов Беккер, нам давно пора его посадить. У нас нет доказательств, что это он. Пока нет. Не знаю, слышал ли ты, но старик лежит в больнице после сердечного приступа. Даже не знаю, может ли он говорить. Но можно и попробовать разузнать, известно ли ему что-нибудь. В любом случае, мне нужно отдохнуть после всего этого. Спасибо, что навестил. Совсем скоро буду снова вместе работать. Жду не дождусь. Войти в VIP-крыло. Льюис. Здесь что у тебя? Сортир, что ли? Неплохо так. Кабинка. Давай, счастливо. Вот все время разные мужики сидят. Понятно, меняются. Слышали уже? Перевезли старика в частную клинику. 20 минут отсюда. Наконец-то здесь так воняет, я уже терпеть не могу. Ну, и вы здесь тоже, оба. Эй, куда ты собрался? Поговорить со стариком. Единственный, кто пришел его навести, знаешь, он про тебя часто говорит. Правда? Ага, хочет, чтобы тебе дали статус человека. Более болеет за тебя. Может, и хорошо, что ты пришел. Проходи. Говори со стариком. Я служил этому городу в поте лица. Всегда хотел облегчить людям жизнь, сделать лучше. Я бы был добр, как ты учила меня, мама. Может, мы не увидели взлет Дельта Сити, но не волнуйся, я обещаю, все еще впереди. Мама, почему ты молчишь? Ну, потому что, видимо, тебя плющит, что ли, не по-детски здесь. Га, у тебя комнатка здесь такая нормальная, как целая квартира. Ну, понятно, ясен пей. Здорово, дедуля. Майкл. Михаил, это ты? У тебя такой яркий нимб. Your halo shines so bright. Не стоит бояться, мне нужны ответы. Волнуйся, вы в безопасности. Робокоп, ты пришел меня навестить? Как настоящий друг? Ты слышишь, что доживаю свои последние дни. Это неизвестно, так пугает. Ты оказался по ту сторону и вернулся обратно. Скажи, как это было? Невыносимо? Was it unbearable? Fragments. У меня перед глазами до сих пор стоят фрагменты прошлой жизни. Может, я никогда и не возвращался из мертвых. Perhaps I am still dead. Ты живой человек, и не важно, что там под документом. Я верю, что смерть — это не конец.
Ты же живое тому доказательство. К сожалению, я не успел завершить все, что хотел. Саботажники и ОСП не дают мне двигаться дальше. Вы имеете в виду Макса Беккера? Это хитрый орел хочет уничтожить и тебя, и всю мою компанию. Осторожнее с ним. Я знаю, что ты никому не позволишь опорочить доброе имя ОСП. А пока ты не ушел, дай мне, пожалуйста, обезболивающее. Так лучше, я на тебя всегда могу положиться. Спасибо, сынок. Покинуть больницу луч света. Давай, удачи тебе. Это уже близко, сэр. Замечательно, еще одна хорошая новость. Тебе пора, нам надо договориться по его перевозке. Давай, давай. Чего ты загрузил Робо? И не качать коктейль, чтобы это ОСП, и понедельник он уже будет своими силами подписать, как и в чем бывало. Ты еще раз увидишь, что куришь, я тебе говорю, в лицо дам. Ой. Простите. Я не позволю так с тобой попрощаться, я мэр этого города. Роб, ты должен мешаться. Че ты должен мешаться-то? Сейчас какую-нибудь батуну говоришь здесь? Что случилось? Этот человек не дает мне лечить ОСП в грязной лжи. Как в этой больнице лечит пациентов, отлично показывает, что чего ОСП довести этот город. Смелая полиция, раненая на службе, летится в крохотной палате, а у старика целое уютное вип-крыло. По больницам одному. Это и хочет Дельта Сити, еще больше неравенства. Вам как-то удаляли, тоже лежали в крыле. Мы оба не говорили, мы говорили о людях. Робокоп, останови это безумие. Сделай заявление, это полицейская твоя напарница, верно? Скажи, разве она не служит больше? Doesn't she deserve better? Ну, согласен. А я напарница, верно? Скажи, разве она не заслуживает больше? Заслуживает. Hospital is not an appropriate place for political scuffles. Такого ответа я и ждал от Робокопа ОСП. Они хотели поддерживать мэра Кузака. Хотели править городом, вроде троить у людей, но я им не позволю. Скажи нет, Дельта Сити, голосуй за район, голосуй за Кузака. Ну все, ребята, уходим. Начинай нам же готовить палату, идеально с мягкими стенами. Хотите покинуть зону? Ну, а что у меня остается-то здесь? Больше заданий нету. Я так думаю. То есть сам валялся, значит, типа там в VIP-крыле. О, а это где я появился-то? Вроде из больницы же вышел, нет? Вы знали, что хочет мистер Беккер? Может, он собирается сказать спасибо за поимку Вендала? Мне нужны только ответы. Пришел. Получается, иногда ты даже умеешь выполнять приказы. Удивительно. Сдавайтесь, иначе у вас будут неприятности.
Уважение, как всегда, твои создатели облажают, надо было кнопку выключить поставить. Но их ошибки я бесплатно исправлю, не собираюсь. Выгоднее просто тебя заменить. Так вот, Робокап. Знакомься с сэром будущего. О, ёптись. Эти... экспериментальные роботы. По силе они тебе не уступают, а то контролируют. Поэтому они только пикируют тебя, но еще и намного лучше помочь сам. Это только часть речи, которую я подготовил. Но черт возьми, эта модель сама за себя говорит. Фига вас там столько. Воу-воу-воу. Фига себе там нормально. Опа, нифига себе, ты куда так улетел-то? Ну вот он сейчас заказал этот Бейкер, что он. Опа-опа. Откуда взялся-то? Не радуйся, это только разминка. Робокап кое-что нашел. Твой без головы начнет стрелять по другим дроидам. Let us see if they ever got around to fixing it. Warm up is over. Get ready for the real strike. Кто там еще? I knew the guy that made you. Bob Morton, oh. Right? An arrogant brown nose. Да, он сколько их налепил. Стоит еще такой Увалда. Robocop, I've got some more on the UED project. The old man didn't like it much and wanted to shut it down.
He was certain that your brain was what was making you superior to them. So Becker continued to work on the project in secret. He took a big gamble. Hey, who are you talking to? Is that Oedipus guy helping you? Maximum. Once I'm done with you, his career is over. You are durable, I'll give you that. You could become a strong part of my urban enforcement unit. Oh, еще поперли. У вас слишком много товарищей. Будем стрелять туда вот так. О, нет, там. Бекер понял, ты не помогаешь. О, это та самая винтовка. О, выходит, выходит. Где-то, говорят, она вообще слабая. Офигеть вообще! Ой, у меня даже нечем чиниться-то, ё-моё. Где вы, ублюдки? Двое ходят.
That's why I made the urban enforcement droids. I'm gonna replace all of you with them. Appreciate being among the first to know. You know what? I'll turn you off anyway. You can resist, but it doesn't change anything. I won't let something like you kill my project. Охренеть. Вот он меня загнал-то, а? О, нифига себе, он еще и бежит такой навстречу. Офигеть, там отвлекли. Но это, как говорится, никого не волнует, да? Кончитесь, нет? Надо разобраться с Максом Бейкером. Чилок найдем. Они вот здесь валяются везде. Вот так, запастись на будущее. То потом, вдруг чего? А не будет ничего. Чем лечиться-то? Так, еще где-то вроде было, нет? Ну, чемодан. Ой, ну ладно. Калиберный. Да, нормально здесь оружие так. После боевки валяется. Где он этот? А, он там в комнате что ли сидит? Опять крупнокалиберный пулемет. Боевик ОСП. Ну че? Какого хрена только что произошло? А ты что думал? Беккер. Беккер. Ох, да, хватит уже.
Прекрасное выступление, Робокоп, мистер Бейкер. Прекрасное выступление. И порядка британцев вы обещали, что покажете мне надежное решение нашей проблемы с преступностью. Джон Миллс. Вы его показали. Да, я работаю над Уэд в течение 5 лет. Робокоп имел в виду, он снова всем сказал, что тут лучший игрок на поле. Лучший игрок? Да этот робот просто помился и начал обвинять меня в заговоре. Наличие доказательств, он нестабилен. Уэндалл все признался. А вот, как? Того парня, который органы функционировал, очень надежный источник. Не забывай, что твоя органическая составляющая пищи всей моей жизни. Она все усложняет. Мне нужен простой инструмент, такой, который можно контролировать. Пока этот пульт в моих руках, у меня есть... Черт. Ну, мне, пожалуй, пора. Спасибо за презентацию, мистер Бейкер. Я буду следить за процессом во время по вашему проекту. А ты, Робокоп, пока продолжай в том же духе. Дать тебе по щам, блин. А вы лучше следи за этим пультом. Ничего. Все, что ли? Я думал, там мы сейчас задницу надерем. Оценка Робокопа. 1000%. Второстепенное задание. И что я не выполнил? Вот какое было второстепенное задание? Как хочешь, так и понимай. Или ходи, типа, ищи. Все украшения, ящики. Все украденные ящики в СПИ были обнаружены. Блин, ну ладно. Пофигу. С. Оценка Робокопа. Доступно очки навыков 2. И вы все должны быть в порядке. Becker's here, and the cops are not happy. Becker tested an army of robots in RoboCop. Can you believe that? That is so unethical to conduct an experiment without our supervision. Hey, Becker's here. Ну что, друзья, закончим на этом серию. Нормально пострелялись там. Думал, попу надерем этому Бейкеру. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал. С вами был Руслан, вы на канале Traces Games. Мы играли в Роблокс Полицейский город изгой. Всем пока-пока. Встретимся в следующей серии. Drop it!